Проснулась? Точно проснулась? Ты кто? Если что-то неправильно, не забывай, изменишь одно, изменится все. Меня зовут Кэти, мне 29, и я обалденно клевая. Шансы – это самый лучший ресторан в городе. Когда-то мы открыли его с моими друзьями. Добро пожаловать в Шансы. А, это ты? Как вам цыпленок? Лучший в городе. Как вам вечер? Посетители любят меня, работники слушаются, но я здесь больше не работаю. Я коплю на открытие собственного ресторана. Вот правда, ремонт там затянулся. Привет. Ты! Что ты тут делаешь? Может, тебе уже пора уходить? Столько времени прошло после того, как мы расстались. Ты все еще злишься? Кэти, можно вас на минутку? Хейзл, не сейчас! Какой ужас! Кто-нибудь, помогите ей скорее! Помогите же ей! Хейзл обожгла руки кипящим маслом. Ее продержали в больнице всю ночь. Это все я виновата. Если бы я не отмахнулась от нее тогда, домой я вернулась только под утро. Мои ошибки. Запишите свою ошибку. Проглотите один гриб, ложитесь спать. Проснитесь обновленно. Пусть с руками Хейзл все будет хорошо. Сегодня утром я проснулась рано. Заехала в мой новый ресторан, и там меня ничего не радовало. Вместо ресторана моей мечты с кучей посетителей я вижу старую развалину, полную рабочих, пауков и пыли. А в руках Хейзл даже думать боюсь. Добро пожаловать в Шансы! А, снова ты? Твои руки! Они в порядке! Ого! Да. Сработало! Я смогла все исправить! Извините, а вы не видели здесь кошку? Понимаете, мне кажется, моя душа...